Какой достоверный факт звучит как дикая теория заговора? Правительство заплатило тучу денег только для того, чтобы в итоге женщина подо***ла дельфину. Писатель Эрнест Хемингуэй страдал от постоянной паранойи, якобы за ним следило ФБР, что, как считается, стало одним из ключевых факторов его самоубийства. В то время многие объясняли это психическим расстройством. Спустя десятилетия было обнародовано его досье, доказывающее, что он находился под следствием за связи с Кубой. Его телефоны прослушивались, а сам он был прав. Если у вас паранойя, это не значит, что они за вами не охотятся. Члены церкви саентологии тайно проникали в государственные учреждения США с целью уничтожения неблагоприятных документов и расследований в отношении них. Крупные табачные компании отрицали опасность курения для здоровья, несмотря на то, что сами знали о его вреде. COINTELPRO звучит как теория заговора, но на 100% соответствует действительности. Они даже посылали письма Мартину Лютеру Кингу с предложением покончить жизнь самоубийством. Неудивительно, что люди верят в то, что правительство США, вероятно, занимается и другими сомнительными делами. Потому что, скорее всего, так оно и есть. COINTELPRO – секретная, зачастую незаконная программа ФБР по подавлению деятельности ряда политических и общественных организаций США. Официально действовала в 1956-1976 годах. В рамках программы сотрудники ФБР прослушивали телефонные переговоры, осуществляли различные провокации, совместно с полицией проводили незаконные аресты, распространяли дезинформацию. Существует психологическая реакция, называемая «эффект обратного удара», суть которой заключается в том, что люди, получив доказательства того, что то, что, как им кажется, они точно знают, абсолютно неверно, еще сильнее поверят в свое заблуждение, дезинформацию. Моя жена провела исследование сакральных убеждений, идей, которые являются основополагающими для самосознания людей. И когда на эти идеи покушаются или показывают, что они ошибочны, люди, как правило, просто усиливают свои убеждения. Наиболее эффективным способом заставить человека изменить свое мнение по этому поводу является, по-видимому, сократовский метод. Медленно подвести его к выводу и дать ему возможность самому решить проблему, чтобы доказать свою неправоту. Мозг президента США Кеннеди был извлечен во время вскрытия и помещен в архив. Его нынешнее местонахождение неизвестно. Я думаю, что честный ответ заключается в полном отсутствии медицинской этики у патологоанатома, проводившего вскрытие, и в том, насколько странным и бессмысленным было хранение его мозга. Могу представить, как его тасуют архивариусы по принципу «А на кой хуй он нам тут нужен? Положите его сюда» в течение многих лет, пока в итоге уже никто не вспомнит, где он находится. В 60-е и 70-е годы тысячи представительниц коренного населения Америки были стерилизованы без их согласия в рамках практики стерилизации бедных женщин и женщин из числа меньшинств, чтобы улучшить их финансовое положение и качество жизни их семей путем предотвращения нежелательных беременностей в бедных общинах. Некоторых из них вообще не информировали и делали это совершенно без их ведома. Другим угрожали лишить их медицинской помощи, если они не согласятся на стерилизацию. По некоторым оценкам, в 1970-х годах стерилизации подверглись 25-50% коренных американок, что составляет десятки тысяч жертв. По сути, это современный геноцид в США. 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке было зарегистрировано одно убийство. Люди, погибшие в результате терактов, не были учтены при подсчете убийств за этот день, поскольку такое большое число является статистическим отклонением, которое искажает точные данные. Единственным убитым был польский иммигрант по имени Генрик Сивяк, который не был вблизи терактов. Он был убит в районе Бедфорд-Стайвесант в Бруклине примерно в 23:40. Проект Sunshine – проект, в котором правительство США после сброса атомных бомб на Хиросиму и Нагасаки заказало масштабное исследование, чтобы лучше понять влияние радиации ядерных осадков на организм человека. Поэтому была нанята международная сеть агентов для поиска недавно умерших детей и похищения у них частей тела, чтобы использовать их для испытаний. Компании, предоставляющие налоговые услуги, такие как Intuit, тратят миллионы долларов в год на лоббирование того, чтобы налоговая служба не упрощала процесс подачи налоговых деклараций.
Совершенно верно. На самом деле, во многих странах налоговые декларации, которые получают налогоплательщики, уже заранее заполнены необходимыми данными, поскольку, очевидно, налоговые органы уже знают о них. Как, по-вашему, они вас вычисляют? Все, что требуется от налогоплательщика, это просмотреть информацию и убедиться в ее правильности, а также добавить все, что было пропущено. Поскольку у большинства людей декларация простая, единственный источник дохода и фиксированная зарплата, процесс занимает буквально несколько минут, ничего не стоит и все. По всей территории США расположены правительственные бункеры, в которых хранится в общей сложности 635 тысяч тонн сыра. Правительство скупало излишки молока, чтобы поддержать молочную промышленность, превращало его в сыр и прятало под землю с момента окончания запрета на продажу и вплоть до администрации Рейгана. Рекламная компания Got Milk была финансируемой правительством психологической акцией, направленной на то, чтобы заставить американцев потреблять больше молочных продуктов. Я звучу как сумасшедший, но это правда. Государственная слежка. В 2013 году разоблачитель Эдвард Сноуден сообщил, что агентство национальной безопасности США, АНБ, ведет массовую слежку за гражданами, собирая данные из интернет-коммуникаций, телефонных звонков и других источников. Наверное, эту историю не заметят, но она на самом деле довольно забавная. После Второй мировой войны в США проводились довольно дикие эксперименты, в том числе пытались выяснить, можно ли научить дельфинов говорить. Они считали, что это возможно только при полном погружении в воду, поэтому построили дом, наполнили его водой и поселили в нем исследователя с дельфином. Дельфин был молодым самцом и не реагировал ни на что, пока женщина-исследовательница не подключила ему. Дельфин стал одержим исследовательницей. И я думаю, когда высшее руководство узнало, что происходит, они закрыли проект и больше не пытались его возобновить. Немного перефразировал, но да. Правительство заплатило тучу денег только для того, чтобы в итоге женщина п***чила дельфину. В итоге дельфин покончил жизнь самоубийством. Я не шучу, это действительно его подкосило. В 66% штатов США скорая помощь не считается необходимой услугой, поэтому она практически не получает государственного финансирования и поддержки. Все, еще со времен Римской империи, знали, что асбест вреден для здоровья. То же самое со свинцом. Пожилых шахтеров, добывающих свинец, не существует. Они умирают молодыми. Весной 1968 года президент Линдон Джонсон шокировал страну, объявив, что не будет добиваться избрания на второй полный срок в ноябре того же года. Он не дал никаких объяснений, и практически все предположили, что это произошло из-за ситуации во Вьетнаме и вызванной ею непопулярности. Вьетнам, несомненно, был одним из факторов, но далеко не единственным. Обеспокоенный тем, что мужчины в его семье обычно умирали молодыми и едва выжив после сердечного приступа в 1950-х, годах. Джонсон в 1967 году заказал сверхсекретное актуарное исследование для определения вероятной продолжительности своей жизни. Тщательно изучив историю его семьи и медицинские карты, актуарии пришли к выводу, что Джонсон вряд ли доживет до 65 лет. Джонсон быстро произвел подсчеты и понял, что если бы он баллотировался и победил в 1968 году, то его пенсия была бы очень короткой, так как в конце срока ему было бы 64 года. Это заставило его отказаться от участия в выборах. Актуарии оказались правы, так как Джонсон так и не дожил до 65 лет, умерев в 64 года. И действительно, это была бы очень короткая отставка. Если бы он проработал второй полный срок, то умер бы менее чем через 24 часа после окончания срока. Пентагон никогда не был в состоянии отчитаться более чем за половину своего бюджета. Королевская власть на Гавайях была свергнута фруктовой компанией Доул. Отравление алкоголем в период запрета. Как известно, в 1919 году производство, продажа и транспортировка алкоголя в США были запрещены. Но вместо того, чтобы упасть, продажи алкоголя резко возросли. Повсеместно открывались питейные заведения, и в результате в некоторых районах люди пили даже больше, чем раньше. В дело включилась мафия, похищавшая большие партии промышленного спирта. В 1926 году власти прибегли к жесткому методу. Потребовали от производителей добавлять в спирт токсичные вещества, например, в 10 раз больше метанола. Только в Нью-Йорке отравились 1200 человек и 400 умерли. В итоге волна смертей прокатилась по всей стране. Эта политика отравления была прекращена только в декабре 1933 года.
Многие люди в Пакистане знали, где скрывается Бен Ладен. Картель, действующий в Швейцарии, заставил всех ведущих производителей ламп накаливания ограничить срок службы ламп до 1000 часов, чтобы они могли продавать больше. General Motors, IBM и Ford сыграли важную роль в перевооружении Германии в 1930-х годах. Дед Джорджа Буша, сенатор Прескотт Буш, был директором и акционером компаний, которые извлекали прибыль из своего участия в финансовой поддержке немецких войск. Раньше люди летали на Луну, а потом просто перестали. В США в период с 1932 по 1972 год Центр по контролю и профилактике заболеваний намеренно не информировал сотни чернокожих американцев о том, что они инфицированы сифилисом. Цель заключалась в изучении последствий сифилиса для чернокожего населения, если его не лечить. То есть необходимо было, чтобы пациент не знал о том, что он заражен. Многие из них умерли от нелеченной болезни. Спасибо за просмотр. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки, если вам понравилось видео, и до завтра.